Привет всем любителям баскетбола и добро пожаловать на единую лигу ВТБ. Это Сибур-арена, город Санкт-Петербург и второй матч четвертьфинальной серии плей-офф. Между «Зенитом» и «Енисеем» играет «Енисей», грузят Гудумака вновь внутрь. Подвигали мяч, Герасимов 3, и это возможность сравнять счет. 3 с фолом от Тимофея Герасимова. Снял размышленную кофту и пошел к столику. Пока нет. Джордан Микки. И классно играет Трушкин против него вдвоем. И трешкой отметится. Наверняка поднял бы многих болельщиков Сибур-арены на ноги. Ну а Енисей отвечает своей контратакой. Джеймс Томпсон. Видите, Герасимов. Ох, как красиво играет Трушкин. И Герасимов пошел вправо. Но Виталий Валерьевич Фридзон в деле. И его блокшотище. Герасимов. Герасимов против Мони. И классная передача под кольцо. Джордан Микки тоже попытался этот пас перехватить, но и Григорий Мотовилов пошел вниз, не забил. Виктора попадает. Это 2 очка будет. Первым номером это все-таки игрок. Ой-ой-ой, какая атака. И не дают сверху забить Джеймсу Томпсону. Мяч застревает. Организации нападение выходит на первые роли. Джордан Микки, и это end one. Микки оставили абсолютно одного. Своего соперника классный алиуп. Тайсон Картер на Алекса Пойтреса. Эффектное начало для «Зенита» в этой четверти. Джеймс Томпсон идет под Микки. Картер второй свой блокшот выписывает. Билли, вот-вот-вот. Это стандартная комбинация. Но на сей раз Бэрон мажет. Микки на подборе. И здесь даже не стоит пытаться его. Классно проводит в защите. «Зенита» был это плюс 7 преимущества. Томпсон. Футбэк после промаха. Картер. Классно ушел от Трушкина и навес на Алекса Пойтреса. И 79-73 тайм-аута. Кстати, по-моему, у Дражина Анзуловича нет. И сегодня «Зенит» делает счет в серии 2-0. 83-75.